Кинокомпания «Кино и немцы». Итак, вот мы видим опору, три фазы. Одна из них наша. Где вот мы наблюдаем, по крыше валяется СИП. Вот так вот в лужах. Дня 2-3 назад это все было под снегом. Напарник мой химичит уже. Вот так это все тут было в скруточку. Под снегом. Алюминиевый кабель, который ни хрена не гнется. Так. Напарник у меня профессионал своего дела. Я ему доверяю. Итак, все это идет вот в будку. Прелести нашего города, но сейчас не об этом. И все это заходит вот сюда, вот тут приблуда вся эта стоит на двухэтажку. Да, сегодня суббота, шашлыки ждут, а мы на крышах. Вуаля! Начало Уральских гор. Там у нас горнолыжная база, город Кувандык. Приезжайте кататься.